новая книга. Кто-то видел ее? Нет. Да. Да. Прочитали? Да. Я еще не видел. Мы можем почитать немного, пока светло, потом снова попоем. Это интересная тема про Кришну. Как он входит в Мадхуру. Это книга по лекциям Бхактивиданты Сарасвати Махараджа. Здесь он пишет от автора, что несколько лет тому назад он прослушал серию лекций Радхи Говинды Свами под названием «Кришна входит в Мадхуру». И вот теперь по мотивам этих лекций он пересказывает эту тему, составленную лекцией Говинды Свами Махараджи. Я еще не читал эту книгу, сам знакомился. Ну, тут сразу история Кришны готова. Без вступлений, без философии, что не это тело, и сколько можно обманывать людей наукой. Ну, он сразу о Кришне все. Вриндаван потом же. Шупрапада громил материализм, там, атеизм. Но в Риндаване он часто говорил о Кришне. Однажды он погрузился в рассказы о Кришне, и при этом все уснули. После этого Прабхупада осталось два странные звуки. Прямо микрофон. И все проснулись. До тех звуков. И затем стал громить Майваду. И при этом слушали, думали, как Прабхупада не любит Майваду. Вот увидеть бы нам хоть бы одного Майвади вообще. Но вы точно его разгромили бы, как Прабхупада. Говорит, мы не подозревали, мы сами, что эта тема относится прямо к нам. Не всегда мы готовы слушать о Кришне. Например, Господь Чайтанья говорит, что два типа людей не могут познать Кришну. Первый тип — это убийцы животных, не заедут. И второй тип — кто помышляет о самоубийстве, он склонен к депрессиям, такому, знаете, страданию, печали, хотя все есть перед ним, книги Прабхупады и Хари Кришна Мантры, он просто помышляет о самоубийстве. Эти люди не могут приблизиться к Богу, скорби невозможно. Бхагавад-гите Кришна это объясняет, что наша тетина канкшати не должен скорбеть и ничего желать. И должен быть радостным, и равно относиться ко всем. И вот тут начинается. Начинается способность скрывать и слушать. Слышать. Что Кришна никогда не скорбит. Он не разделяет скорбь с нами. Не участвует в этом. Но он не разделяет зависть человека или жадность. Его тут нет. Тут нельзя найти его. Поэтому во Вриндаване нет скорби. Нет материальных желаний. Изначально Вриндаване так. Нет жадности, то Вриндаване, храма. И мы знаем, что Мадхура здесь недалеко. Затем Кришна должен будет поехать в Мадхуру из Вриндавана. Здесь описывается это событие. Как это произошло и почему. Перед тем, как Кришна приехал в Мадхуру, произошло печальное событие, воспоминание о котором у людей, имеющих чувства к нему, выступают на глазах слезы. Кришна ужал из Вриндавана. Ночью гопи собрались вместе и пели Вираха-гиту, песню разлуки. Шукадева Госвами описывает их состоянием ожидания неминуемой разлуки с Кришной. Они постоянно повторяли Говинда, Дамодара, Мадхава, и эти имена вызывали у них очень яркие эмоции. То есть их воспевание было чистым. Позже Биломангал Такур написал длинную стотру, каждый стих которой заканчивается словами Говинда, Дамодара, Мадхавиди.
Он объясняет в этой стотре, как преданный думает о Кришне, как на память ему приходит одна лила Кришны за другой. Думая о них, преданный погружается все глубже и глубже в свои чувства Господа, Шри Кришна Говинда, Хари Мурари, Хьянатта Нараяна Васудева, Джихе Басвамритам Матам Этатева, Говинда Дамадара Матравети. История о том, как Кришна пришел в Матхуру и кого там встретил, очень поучительна, потому что она иллюстрирует знаменитый стих из Бхагавадгиты, где Кришна говорит: «Я ядхамам прападенте, там статави баджавяхам, ума вартману вартанте, манушся варта сарваша». Как человек относится ко мне, так и я отношусь к нему. Находясь в его сердце, я отвечаю на самые сокровенные желания, о которых он сам может не знать. Я даю ему то, чего он хочет. Ну, что мы хотим? Мы не знаем. Кришна знает. Потом мы удивляемся. О, как удивительное знание Кришны. Откуда Кришна знает, что именно этого я хочу? Даже сам знал об этом. Такой удивительный Кришна. Поэтому, когда гопи воспевают Говинда, Дамодара, Мадхава, они это воспевают с глубоким чувством. Поэтому так важно иметь правильные желания. Но когда мы получаем то, чего сами же просили, мы восклицаем вслед за героем одного знаменитого романа: «Сбылась мечта идиота». Это похоже комментарий Госвами Махараджа. Он любит шутить. Люди удивляются, зачем это было нужно. Они тяжело трудятся для того, чтобы исполнить свои желания, очень часто не давая себе отчет в том, что же будет, когда это желание исполнится. Это что-то материальное желание. Но желания наши должны быть устремлены на ту цель, которая не прискучит, будет всегда наполнять нас счастьем, радостью, всегда захватывает дух. Человек, достигающий Кришны, пребывает в состоянии бесконечного постоянного изумления, восхищения и восторга. В этом смысл любви или расы. Когда мы кого-то любим, то мы изумляемся. Даже в материальном мире у нас на какой-то степени есть этот опыт. Потом, правда, мы перестаем удивляться, и удивляемся только тому, каким я был глупцом. Но вначале это опыт любви есть у всех. Тут сравнивается духовные желания и материальные. Материальные заканчиваются разочарованием. Хотя вначале напоминают что-то духовное. Кажется так, поэтому они очень привлекательны. Непреодолимо даже привлекательны из-за вот такой кажущейся духовности. Духовность. Любовь – это духовность. И вот такая кажущаяся любовь накончается разочарованием позже. 41 глава 10 песни Шримад Бхагаватам называется «Кришна Баларама входит в Матхуру». Но начнем с предыстории. Мы некоторые вещи не знаем, есть подробности. 10-й день, темная половина месяца. Даша Митити. Так называется. Нарада знает, что должно было случиться нечто необычайное. Пришел на Матхуру Камси и сказал: «Знаешь ли ты, что восьмой ребенок, которого родила Деваки, мальчик?» Васудева пообещала, что будет приносить тебе всех новорожденных младенцев, но он тебя обманул. Он отнес того мальчика во врач, а вместо него взял девочку и принес сюда. Все это время ты думал, что находишься в безопасности, но Кришна уже родился. Зачем Нарда все это делает? Даже преданный спрашивает, зачем Нарда делает такие вещи? Это же опасно. Нараде не терпелось поскорее увидеть то, что неминуемо должно было произойти. Дашами Титхи в соответствии с законами астрологии управляется Ямараджем. В это время пришел Нарада. Поэтому Нарада выбрал самый подходящий день для того, чтобы принести Камсе это известие. Он знал, что Камса сразу же начнет действовать. Камса – человек дела. Он, недолго думая, хотел на месте убить Васудеву и Деваки. Нарада с трудом удержал его. «Зачем тебе это? Не надо. Убей того, кто должен стать причиной твоей гибели. Убей Кришну, он сказал. Иди, убей Кришну, ты же герой». Камса метался в своем дворце, напряженно думая. В конце концов, ему в голову пришел гениальный план. Он позвал своих лучших борцов, Чануру, Муштику и других, многоуважаемых, в кавычках, демонов, и поделился с ними своими планами. Те поддержали его. «Ты, как всегда, прав.
Вызови Кришну сюда. Сколько раз мы пытались его убить, посылая кого-то в Вриндаву, ничего не получилось. Но это потому, что дома стены помогают. Если ты ухитришься привезти его в Матхуру, отсюда он не убежит. Ну, такой был план хитрый. Матхуру заводить Кришну. Чтобы осуществить этот свой план, Камса вызвал Акруру и сказал: ты родственник Кришны. Если ты пригласишь его, он не откажется. Он приедет. Камса раскрыл ему свой план. Мы устроим праздник. Проведем большое жертвоприношение. Кришна никогда ничего подобного не видел. Будем поклоняться Луку Шивы. И во время этой Тхануряги устроим состязание борцов. Сначала слон Кувалайапита попытается убить его. Если слону это не удастся, то тогда борцы схватятся с ним. Если даже у них ничего не получится, то есть еще я. Камса не остановился на этом. Когда я убью Кришну, и следом за ним я убью девок его сюда. Потом я убью своего отца Урасену. Тогда дорога к моему блаженству будет полностью открыта, и не будет никаких помех. У меня замечательные родственники, Джарасандха, Наракасура, Банасура, которые любят меня. Вместе с ними мы завоюем весь мир, и я буду повелителем вселенной. Такие были планы Камсы. Описывая этот план, Камса сам одушевился. Пришел необычайный восторг. Чем больше он говорил о том, чего достигнет, тем более счастливым он становился. Он сам себя вдохновлял, умел. Например, нам, чтобы вдохновиться, нужно пообщаться. Но Камса не нуждался. Он сам себя мог вдохновить на очень активную деятельность. Просто восхвалял себя и все. Попробуйте. Иногда помогает. Описывает этот план Камса сам, да. Чем больше он говорил о том, чего достигнет, тем больше счастливым он становился. Акрура, спокойно выслушав этот план, посмотрел на Камсу с плохо скрываемым сожалением и сказал: ты придумал замечательный план. Беда только в том, что, как показывает опыт, далеко не все наши планы сбываются. Поэтому на всякий случай приготовься к тому, что твой план тоже не сбудется. То есть я не говорю, что он не сбудется, но ты на всякий случай приготовься к этому. Так сказал. Обычно мы счастливы даже не столько от исполнения своих планов, сколько от того, что этот план возник у нас в уме. Мы приходим в полный восторг, начинаем рассказывать, в чем больше. И чем больше рассказываем, тем больше воодушевляемся. Но при этом нужно помнить мудрые слова Акруры. Далеко не все наши планы сбываются, как мы это сейчас хорошо понимаем, старые преданные. Мы тоже много планов создавали, очень вдохновлялись при этом. Но далеко не все планы. Я бы сказал, вообще никакие планы не сбываются. Наша воля не всегда совпадает. Акрура услышал радостную новость о том, что его посылают во Вриндаван в Экадыши. Экадыши для преданных благоприятный день. Акрура очень воодушевился. Камса дал ему новую золотую колесницу, в которой сам ни разу еще не ездил. Как хорошо, что Кришна поедет в новой колеснице, думал Акрура. Камса был уверен в том, что Кришна не откажется прокатиться в такой колеснице. То есть Камса даже ждал абсолютно новую колесницу, сам даже никогда не ездил. То есть он уважение видит такое, чтобы Кришну пригласить Матхуру. Он деревенский мальчик, где он увидел что-то подобное. В этом Камса был полностью прав. Его план сработал на 100%. Акрура ехал целый день. Это был день Двадаши. Время от времени останавливался, падал на землю, катался в песке, думая о Кришне. Но он был бхакти-йогом. И в своей медитации он представлял, кого увидит во Вриндаване. Под самый вечер, когда Кришна и все его друзья возвращались с коровами с пастбищ, Кришна увидел толпу. У самой границы Вриндавана стояла колесница Акруры. Мерседес, в кавычках, последней марки переехал в деревню. Такая красивая колесница. Ничего, кроме телег, не было. Весь Вриндаван сгрудился вокруг этой колесницы. В Индии по любому поводу сразу собирается толпа. Человек видит толпу, подходит, чтобы посмотреть, и толпа становится еще больше. Есть такой, кто видит толпу, но хочет подойти и посмотреть. Там колесница.
Акрурпия. Кришна подошел ближе, никто даже не увидел Акруру. Все смотрели на колесницу. Акрур не мог оторвать взгляд от Кришны Баларамы. Все приживаясь смотрели на колесницу, а Кришна на Акруру. Все, Акрура на Кришну. Увидев их, Ачюта упал в песок. Простите, Акрура упал в песок. Стал кланяться и полностью забыл о себе. Он не осознавал, что с ним случилось. Он кланялся снова и снова, несмотря на то, что приходился им дядя. Дядя обычно не кланяется племяннику. Но Акрура забыл об этом. И не должен был этого делать. Кришна опомнился, поднял его и сказал: «Что ты делаешь, Акрура? Зачем ты кланяешься?» Кришна отвел его в дом и стал спрашивать, как идут дела в Матхуре. «Что может быть в Матхуре, если там правит Камса?» — ответил Акрура. Затем он поведал Кришне о том, что его отцом и матерью являются Васудева и Деваки. И открыл ему секрет. Узнал этот Акрура. И еще вот это. Не надо. Акрура стал рассказывать, как Деваки и Васудева страдают, как они в тюрьме, и Камса хочет их убить. Кришна спросил: «Ты приехал сюда, чтобы сообщить нам об этом?» Акрура испугался. Он, конечно же, хотел, чтобы Кришна и Баларама приехали в Матхуру, поэтому сразу ответил: «Нет, нет, я приехал для того, чтобы сообщить радостное известие. Камса устраивает большой праздник Тануяги. Он приглашает всех, он хочет пригласить и тебя. Потом он вызовет тебя на арену для борьбы, и там захочет тебя убить». Радостно много. Но в этот момент ты убьешь Камсу, Кришна. Это хорошая новость. Вот о чем думал Акрура. Это очень хорошая новость. Кришна, проглотив комок, который стоял у него в горле, сказал: «Да, Акрура, это хорошая новость». Почему Кришна проглотил комок? Да. Ему предстояло покинуть Вриндаву. И кроме того, он узнал, что Ишодхана Махарадж не настоящий его родитель. Шрила Джива Госвами говорит, что несколько ночей подряд, еще до того, как Акрура приехал в Вриндаву, Кришна видел один и тот же сон. Он просыпался в слезах, рассказывал Баларами: «Мне приснилось, будто мы с тобой в Матхуре. И мы сражаемся с борцами Чинури и Мушсирой. А потом я стаскиваю за волосы Камсу на арену и убиваю его. Глаза у Камсы вылетают из орбит. Его корона катится по земле. Я видел в этом страшном сне, как волоку это тело могучего демона и бью его головой о помост». Баларам удивлялся. Что же страшно в этом сне? Это же радостный сон. Кришна отвечал: «Ты пойми, чтобы это сделать, не придется уехать из Вриндавана. То есть это судьба. Придется уехать из Вриндавана». Несколько ночей подряд Кришна видит этот сон. И, как вы знаете, у Кришны все сны сбываются. У нас не все сны сбываются. Но у Кришны все сны сбываются. Поэтому он понял, придется покинуть Вриндаван. Кришна знал, что это должно случиться. Это был пророческий сон. Недаром сон этот приходил к нему снова и снова. Он возвращался к себе и думал: «У моей матери Ишоды глаза, как у птицы Чикора». Чикора — особая птица, которая питается лунным светом. Когда выходит полная луна, Чикора глядит на нее, как медитирующий йог. Эти глаза смотрят на меня и не могут оторваться. Мой отец Нанда подобен птице Чатак, пока не нужно. Чатака — птица, которая пьет воду только из тучи. Он получает радость лишь тогда, когда видит меня. Цвет тела Кришны подобен цвету лотосовой тучи. Для обитателей Гокулы я как солнце для лотоса. Лотосы распускаются, когда восходит солнце, и увядают на закате. Кришна спросил у Баларамы: «Неужели мы уедем?» Баларама ответил: «Что будет, то и будет. Хари Кришна». Преданные так говорят, имею в виду, Хари Кришна имеет имя. Ну, не знаю. Хари Кришна. После разговора с Камсой Нарда пришел к Кришне и сказал: «Я вижу, как ты убиваешь Камсу». Кришна ответил: «Не может этого быть». Нарда продолжал: «Я вижу не только это.
Потом ты поедешь в Двараку, Джарасандху будет нападать на Матхуру, и ты станешь основателем Двараки, у тебя будет свадьба с богиней Процветания. Нарада стал рассказывать Кришне все эти лилы, а Кришна понял, если он видит все это, мне придется это исполнить. Необычные взаимоотношения. То есть у Кришны как будто планов и нет, смотрите. Замечаете, нет? Ему просто сон приснился, но все уже знают, что нужно делать. Джарасандху уже знает, что нужно делать, и Камса знает, что нужно делать. Все это делает не Кришна. Понимаете, какая интересная вещь? Он ничего не делает. И в то же время он причина всякой деятельности. Вот это описывается. Кришна пошел к Нанде и сказал: «Папа, я принес тебе отличную новость. Только сначала позови всех. Я не буду говорить, пока все не соберутся». Нанда Махараджа сжало сердце от дурных предчувствий. Он понял, что это страшно должно случиться. Но Кришна успокоил: замечательная, потрясающая, самая лучшая новость, какая только была у нас в Вриндаве. Нанда Махарадж, чтобы подыграть своему сыну, созвал всех старших, младших братьев, советников. Пришли женщины и встали за перегородкой. Кришна объявил: царь Камса устраивает большой праздник. Он приглашает нас всех в Матхуру. Там будет проходить Танур-Ягья. Собирайте свои молочные продукты, мы поедем туда и будем вместе веселиться. Нанда удивился: а что же хорошего в этой новости? Как что? Мы все поедем в Матхуру? Нанда Махарадж посмотрел на своего старшего брата и спросил: соглашаться или нет? И Упананда сказал: соглашайся, потому что иначе Камса придет сюда и будет еще хуже. И пять братьев Нанд. И Нанда Махарадж – царь, что он лучше был объявлен из всех пяти, но старше Упананда. Если что-то говорит Упананда, Нанда Махарадж принимает. Потому что Нанда Махарадж нерешительным бывает в решениях, по природе вещей. А Упананда, он решительный. Вот он спрашивает Упананду, ехать или не ехать. Сложный вопрос. И Упананда сразу отвечает, старший брат: соглашайся, потому что иначе Камса придет сюда и будет еще хуже. Лучше мы пойдем в Матхуру. Когда Ишода узнала, что произошло, она упала в обморок. Но тут на помощь пришли астрологи, к которым люди обычно обращаются в самый сложный момент в своей жизни. В один сложный момент здесь в Вриндаване пришло к астрологу и сказал, спросил, задал вопрос: так будет или так? Скажи мне. Он сказал: хорошо, посмотрю. Или так, или так. Плати, бакшиш. В трудный момент ты толкаешь нас по таким вещам. Он сказал: 50-50, либо так, либо так. Нанда спросил у них: из этой поездки выйдет что-то хорошее? Астрологи ответили: ничего лучшего не случалось за всю историю Вриндавана. Кришна уйдет отсюда и женится на богине Процветания. Так или иначе, они успокоили Нанду и Ишоду. Кришна знал, что Ишода не спала всю ночь. Он тоже не спал. На самом деле, в эту ночь в Вриндаване не спал никто, кроме Акруры. Хотя Акрура спал хорошо. А что, он был счастлив, но видел Кришну. Мечта его исполнилась. Он в экстазе провел все это время, и он не смог почувствовать настроение Вриндавана, потому что был в экстазе. В своей бхаве, в своем настроении находился. Он стал нечувствительным к настроению гопи, Ишоды, Нанды, Махараджи. За что был проклят гопи. Никто, кроме Акруры, который был рад этому, все, он спал, что завтра увезет Кришну в Матхуру. Он был рад, единственный это. Рано утром Кришна пришел к Ишоде, он достал свою флейту и сказал: мама, ты знаешь, что у меня самое ценное? Она посмотрела на мою флейту и произнесла: знаю. Кришна продолжала: мама, я оставлю ее у тебя. Но только стереги как следует, потому что Радхика все время пытается ее украсть. Она ревнует меня к этой флейте.
Кришна дал ей Шоде понять, что вернется. Таким образом он решил ее обмануть, думая, я оставлю ее самое дорогое. Все равно флейта Матхури мне не понадобится, но Ишода будет спокойна, если флейта останется у нее. Кришна пообещал, я скоро вернусь. Ишода, будучи простодушной женщиной, поверила. Да, ты скоро вернешься, я знаю. Пожалуйста, возвращайся поскорее. Она пошла провожать Кришну, он шел впереди, она за ним. В конце концов Кришна сказал, мама, я кушать хочу. Приготовь еду, а папа мне привезет. Нанда Махарадж и его братья тоже собрались в эту Матхуру. Ишода сразу же побежала готовить. В это время Кришна вскочил на колесницу и Акрура стегнул лошадей. Так Кришна покинул Ишоду. Страшная история. Разлука. Кришна с Баларамой в колеснице, управляемой Акрурой, поехали, выехали из Вриндавана. Позади остались неподвижные, как нарисованные на холсте фигуры гопи. Кришна то дело оборачивался назад, и гопи стояли и ждали, пока флаг, высоко вздымавшийся над колесницей, не исчез из виду. Кришна погрузился в раздумья. Одно из качеств Бога – Гамбхира. Гамбхира означает серьезный, загадочный, недоступным пониманием. Кришна не хотел выдать своих чувств. Он понимал, что ни Акрура, ни даже Баларама не поймут того, что он испытывал в тот момент. Поэтому он погрузился глубоко в себя. Акрура сразу же свернул с прямой дороги в роскошной колеснице с Кришной, Баларамой, Матхуру много часов. Они уехали на рассвете и приехали только к вечеру. Нанда Махарадж на своей телеге уже давно приехал туда, потому что он ехал прямой дорогой. Раджаваси, люди простые, ездят прямыми путями. Акрура же подумал, если я пойду прямой дорогой, жители Вриндавана спохватятся, догонят меня и вернут. Я не знаю, что Кришна со мной. Поэтому он поехал окольной дорогой. Чем дольше они ехали, тем больше ему хотелось продлить это путешествие. Ачарья объясняет, что по дороге Акрура размышлял, Кришна сам Бог. Он приедет и убьет Камсу. Когда он думал об этом, у него появлялись необычайные энтузиазмы, и он поставил лошадей, чтобы те бежали быстрее. Ну, в этот момент Кришна, приникнув к борту колесницы, кричал, «Эй, смотрите, смотрите, олень! Баларама, смотри, олень!» Или он показывал на диких синих коров, которые живут во Вриндаване, а Баларама удивлялся, «Ах!» Акрура смотрел на них и думал, какие красивые дети. Я привезу их к Камсе, и он их убьет. В этот момент Акрура останавливал лошадей и говорил, не нужно никуда торопиться. В нем боролись два чувства, которые живут во всех обитателях Матхуры. В Матхуре разные люди по-разному относятся к Кришне. В Вриндаване все относятся к нему одинаково. Там ему готовы отдать все, а Матхура сложное место. Там Айшвария и Матхуре сходятся вместе. Иногда в Акруре побеждали родительские чувства, и он думал, это же дети, когда я их везу, куда я их везу, что с ними сделает Камса. Но потом он вдруг вспоминал Кришна, Бог, он убьет Камсу. Он смотрел, думал, дети, и Камса их убьет. Но он думал, Бог, он убьет Камсу. Через какое-то время колесница подъехала к Ямуне. Ямуна, огибающий Вриндаван, делает в этом месте петлю, что потом напрямик течь к Матхуре. Место, к которому они подъехали на самой границе Вриндавана, называется Ананда Тиртха, или место, где Кришна принимает служение Ананда Шеши. Рассказывая об этом, Шукадева Госвами говорит, что они подъехали к реке Калинди, которая уничтожает все грехи, Акха Нашини. Шукадева Госвами, конечно же, имеет в виду Акруру, только что совершившего тягчайший грех. Акрур забрал Кришну из Вриндавана, разлучив его с теми, кого Кришна любит. По сути дела, он был инструментом воли самого Господа, но тем не менее он совершил грех, и потом ум его пребывал в беспокойстве. Акрур решил совершить омовение в Ямуне, успокаивающее воспаленный ум человека, своей очищающей прохладой. В Вишнупуране говорится, что Кришна, Баларама и Акрура подъехали к берегу Ямуны в полдень.
Полдень – это время, когда все последователи ведической культуры совершают водоемах омовения и одновременно очищают свои умы вибрациями священных ведических мантр. На ярком солнце кристально чистые воды и муны искрились и пылали сотнями огней. Кришна шел с колесницы и, как полагается, пил немного воды, совершив ачамман. Колесница остановилась в роще. Через несколько мгновений Кришна вместе с Баларамой вернулись, сев отдыхать в тени деревьев, а Крура, оставив их подле колесницы, попросил разрешения омыться в Ямуне. Вводя в ее потоки, он стал в глубокой сосредоточенности повторять священные мантры веды. Неожиданно его взору предстали Кришна и Баларама. На самом деле он не предстали его взору, потому что все гимны веды обращены к нему. Ведические мантры – это зов живого существа к Богу. Увидев их, Акрура очень сильно удивился, потому что был уверен, что оба сына Васудевы находятся в роще. Как же они одновременно могли оказаться стоящими в воде? Он не мог поверить своим глазам, поэтому решил проверить, что же происходит в действительности. Выйдя из воды, он пришел несколько метров по направлению колесницы и, конечно же, увидел Кришну Балараму, как ни в чем не бывало восседающими в ней. Он стал протирать глаза, и тогда ему показалось, что там, в воде, в лучах яркого полуденного солнца, он увидел что-то, кроме вроде миража. Поэтому он развернулся и снова направился к Ямуне. Вводя воду ему, он вдруг увидел огромного змея Анантшеша. Змей был белоснежного цвета. Его тысячи клубков шевелились, и на каждом из них были шлемы, усыпанные драгоценными камнями. И тысячи ртов этого змея, то и дело, вылетали острые раздвоенные язычки. Картина, представлявшая взор Акруры, завораживала. Что нужно преданному, чтобы очиститься? На разных уровнях разные вещи требуются. Если человек совсем еще только-только начинает преданное служение, ему достаточно принять просаду, чтобы очиститься. Но преданный не успокоится, пока не получит даршан Кришны. Чистый преданный не успокоится, пока не получит личный даршан Кришны. Здесь Акрура видит, а он решит, так и начинается. То есть в этом отличие, что обычный преданный успокаивается, он получает немножко просады, немножко кирты, но он успокаивается. Думает, что достаточно. Но чистый преданный – нет, я все еще не вижу Кришну. И что меня не радует? Киртан только больше еще усилит разлуку. Я еще более несчастным становлюсь. Все только напоминает о Кришне, но где же сам Кришна? Его нет передо мной, он думает. Я несчастное существо. Как мне жить вообще? Господь читает и привел такое настроение. Он был всегда окружен преданным, всегда воспевали, всегда забыл просад, всегда. Но он одно то же говорил, нет Кришны, нет Кришны. Несчастье в жизни. В то же мгновение он увидел, что сам Господь возлежит на белоснежном ложе из Ананта-Шеши. Господь был и сине-черным. Его желтые одежды сверкали, как вспышка молнии. У него были огромные удлиненные глаза. Господь улыбался и всегда, и взгляд его проливал на Акруру волны умиротворения. Он как бы обнимал Акруру глазами. У Господа были четыре могучих руки, а ногти на пальцах его ног излучали яркое сияние. Господа окружали ближайшие спутники. Так перед Акрурой предстало видение Айшварии, великолепие и могущество Господа. Во Вриндаване Господь скрывает Айшварию, чтобы позволить своим преданным поступать с Ним в отношении. Основанным на любви, Он прячет свое великолепие. И только изредка показывает силу и могущество, да и то только тогда, когда в этом есть особая необходимость, а именно, когда это могущество может усилить любовь. Тем самым во Вриндаване Айшвария служит Матхуре, усиливая сладость Господа. Но Акрура – житель Матхуры. А и Матхуре, Айшвария, и Матхуре перемешаны практически в равных пропорциях. Господь дал Акруре это видение и в заводе Ямуны, чтобы порадовать и успокоить своего преданного. Со слезами на глазах Акрура глядел на открывшуюся ему картину, и волосы у него на голове стали дыбом, а тело сплясало дрожь. В восторге предание себя он соединил молитвенно ладони и голосом, прерывающимся от эмоций, начал возносить Господу молитву. Эти молитвы составляют всю 40-ю главу 10-й песни Шримад-Бхагавата.
Именно они и принесли совершенство Акрули. Одной из девяти форм преданного служения является ванданом, вознесение молитв. Акрура – пример человека, достигшего совершенства благодаря своим молитвам. Пока Акрура возносил молитвы, Кришна благосклонно слушал их, возлежа на Натошеше, но неожиданно видение исчезло. Шукадева Госвами говорит, что как актер неожиданно исчезает со сцены, закончив свою роль, Кришна исчез, задернув завесу майи. Это внезапное исчезновение должно продемонстрировать нам, что Кришна, безусловно, выслушивает наши молитвы, проникнутые духом благоговения и преклонения перед Ним, но Он не слишком привязан к Ним. В конце концов, Он ищет близости и сладости, искренней любви. Интересно тебе? Два абзаца, и мы закончим. Когда Акрура увидел, что Господь, как актер, снимающий себе маску и костюм, исчез, он возвратился к колеснице, потрясенный уверенным. В глазах его по-прежнему стояли слезы. Представьте на мгновение себя на месте Акруры. Если бы вам вдруг удалось увидеть Господа во всем его великолепии и славе, то этот образ, наверное, еще долго стоял бы перед нашим взором, возвращая к себе снова и снова. Акрура подошел к колеснице, и по его виду можно было понять, что в сердце его бушует чувство, которое он никогда не испытывал раньше. Акрура и Кришна посмотрели друг на друга. Кришна спросил: «Похоже, ты что-то увидел. Что тебя удивило?» Акрура ответил: «После того, как я увидел тебя, меня уже ничего не удивить не может. Самое удивительное, что, может быть, в этом мире ты высшая абсолютная истина, в ком пребывает все чудесное. Ты постоянный источник удивления. Я вижу перед собой источник всех этих чудес, а ты меня спрашиваешь, удивило тебя что-либо или не удивило. Меня удивляешь только ты». Так Акрура полностью очистился в этот момент. Обрел полное сознание Кришны. Получил такой даршан. Возможно, завтра мы продолжим запланированно. Гурачандрика, ты готова? Гопи Гита, в картику благоприятно петь. Есть текст? Спасибо.